красота какая вдоль дороги, да? Ой, красотища вообще. Есть все-таки в зиме свои прелести. Всем привет, ребята. Находимся мы сегодня в соседнем селе Судай. Это от нас примерно 17 километров. Показывали мы это село. Есть у нас весенний разлив. Стою я на мосту. И вот здесь вот находится такой небольшой ручеек. Вернее, не ручеек, речка такая небольшая, Возига. И вы можете посмотреть, что этот ручеек натворил у нас в ноябре месяце. Так как несколько дней у нас были плюсовые температуры, очень сильно лили дожди. Вот, так вот он разлился, ребят. Это похлеще весеннего разлива. Ну, если не похлеще, то практически так же. Вот это место, вот все полностью затоплено. Мало того, у нас сейчас минусовые температуры, морозики. И вы можете представить состояние людей, у которых дома находятся в зоне подтопления. Дома, баньки, какие-то постройки. То есть, видите сами, все. Вода, а сверху лед. Это только вот с одной стороны. Ну и вот с этой стороны вот так вот выглядит разлив этой речушки небольшой. Совсем малюсенький, вот что наделала у нас погода. И вот так вот это все полностью разлитая вот эта речушка. То есть дома вот тоже в зоне подтопления. Мало того, что он здесь постоянно весной подтопляет домики. И сейчас здесь постройки все находятся в воде. Вода, а сверху лед. Это вообще обалдеть. Это вот все разлитый вот этот ручеек. Бедный Судай. И вот он идет, разлив идет вот сюда к домам. Здесь такая как бы небольшая низиночка. И здесь тоже самое, у домов вода. Вот, пожалуйста, ребят, смотрите. Что творится, как к дому попасть, да, ну здесь вот мостик, ну вот видите, что кругом вода. У домов. А вон люди пробиваются на лодке, подплывают. Вот, видишь? Видели, что творится? Вот лодка стоит. К дому да. Не попасть человеку, кроме как на лодке, то есть пробиваются как могут. Вообще капец. Бедный Судай, конечно. Это вот только вот с этой стороны. Ну, считаю, вот нижняя сторона, вон с левой стороны, все, короче... Одна вот дорога получается здесь. Вот по дороге только можно проехать, а с обоих сторон все видно. Дома идут. Вы видите, что люди выгнали все машины вот с тех улиц. Там везде вода, то есть туда не пробиться. И машины стоят вот здесь, люди оставляют. Вот, пожалуйста, идем по улице. Везде вода. Ну, а вот туда, если прямо идти, вот я попробовала лед, внизу вода, туда не пробиться. То есть даже рисковать не стоит. Вот там прямо тоже дома, и туда вообще не попасть, тут лед. Там все хана. Там затопило полностью, да? Ну какой лед нахрен? Ну вот здесь вот тоже у домов, ребят, везде вода.
На моей памяти не было. Ну вот, очевидцы говорят, что не было такого уже давным-давно. Не было вообще. Вот люди пробиваются по воде к домам. Вот вы видите по льду. Это вообще обалдеть. У нас весь поселок затоплен. Это ноябрь месяц, и вот что хочешь, то и делай, как хочешь. Все дома, да, затоплены вот здесь, вся низиночка. Здесь вот еще ручей добавляет дел на ту сторону. Тоже здесь разлив происходит. Вот видно дорога, туда вниз идет улица, там дома. Вот видите, что здесь тоже все затоплено. Вот этот ручеек добавляет еще. Все, он полностью в воде. Ну вот еще одно место, видите, затоплено. Туда не пробраться, только на лодках. Со всех сторон вода. Здесь тоже все в воде подходит к дороге. Вот так вот. Ноябрь месяц, лодка и вся вода замерзшая. Это вообще бедные люди. Ладно, если не будет подъема воды, но дома-то, подвалы сырые, на дворе зима, да, близко.